Софья Гурова. А также под номером 3 Любовь Алферова. Как раз сейчас Любовь играет. Махнулась. Даллас. Что придумает? Хорошая. Домани. Хорошая передача под кольцо. И первый идет в проход. Такой затяжной и не забивает. Не очень результативно у нас пока игра. Домани проходит. Потежная. Дальше на Пудову. Та разворачивается вновь. И перехват очередной. Пудова сама пойдет, да, до конца под кольцо. С разворотом. Домани. Проходит под кольцо. Здорово, Марта. И на штрафной мимо от Алферовой. Татьяне Гришечкиной. Татьяна на линии. Первый штрафной в цель. Татьяна. Второй Далласов. Быстрое нападение устремляется МИД. Хорошая передача. И свободный средний брат. Она выходит на паркет. Под шестым номером. Светлана. Двенадцатый номер на паркете в составе Далласа появилась. Софья Гурова. Алферова под кольцо. Завершить атаку не смогла вновь. Алферова. Отставили ее одну. И Алферова. Потежная со средней. Отсчита. Здорово. Первый. Второй. Под четвертым номером в составе Далласа появляется Екатерина Матюхина. Потежная. И треху Матюхина бросает, но на подбор. Хороший подбор совершает. И после первой половины минимальный перевес баскетболисток Далласа. 18-17 они ведут в противостоянии с МИИД. Что-то надо МИИД придумывать. В нападении у них в последнее время не очень хорошо получается. Вот сейчас здорово. Алферова получает. Матюхина не стала три бросать. Пошла в проход. Матюхина. Под 12 номером на паркет выходит Софья Гурова. И Пудова. На Алферову. Там возвращает Пудовой. И комбинации нужно. МИД. Сейчас снова за счет индивидуального. В итоге тяжелейший мяч. Со средней дистанции запускала Софья Гурова. Не забила Софья. Передачу. Движение от мяча отменит. И четвертый номер. Елизавета Перепелицына. Результативная атака. Потежная. Со средней бросала не точно. Алферова хороший пас отдает. И потежный Пудовый заслон. Костюкова. Идет в проход. Хорошую скидку на Алдабаеву отдает. А со Домани осталось. И осталось. Под 26-27 у нас Даллас вырвали сейчас вперед. Достаточно комфортное преимущество. Алферова треху. Ой-ой-ой, как же так, без подстраховки. Бывает.
Второй с Лондом они получила. Хорошую передачу на Бабину отдала. Та со второй Патюхина. Потежная. Проходит заслон. Хорошую передачу отдает на Алферову. Хороший проход. 21 номер отличается с мячом. Появилась на паркете. Удался под 12 номером. Софья Гурова. И Даллас забивает. Не точно. Дома не бросает. Второй точно. Кто-то больше не предлагает. Алферова. Дальняя треха от любви. Сейчас потежная на линию выходит. Удалось все гораздо более гармонично. Выглядит. Никто лишнего на себя одеяло не перетягивает. Потежная забивает первый штрафной. Костюкова, тяжелый мяч, но Алдабаев. Хороший проект.